Состоялся финальный этап конкурса на должность главы города. Мэром Владивостока избрали бывшего вице-губернатора Константина Шестакова. За его кандидатуру проголосовали все присутствующие депутаты. Да, у нас сегодня знаменательное событие произошло на заседании Думы, свидетелями которого вы сами присутствовали буквально сейчас. Был избран на заседании Думы глава города Владивостока путем конкурентного, как говорится, была конкуренция. Были избраны, предложены на заседании Думы две кандидатуры, о которых вы тоже прекрасно понимаете. Каждый выступил со своей программой. Заранее была оценка дана конкурсной комиссии программам, ну и мы остановились на кандидатуре Шестакова Константина Владимировича, который был сегодня единогласно избран главой города Владивостока. Константин Шестаков провел в мэрии с приставкой исполняющей обязанности чуть больше 2 месяцев. За это время в городской администрации произошли заметные кадровые перестановки. Были громкие программные заявления, уделялось внимание вопросам благоустройства города. Огромная ответственность. Ответственности точно не боюсь. Буду точно, не щадя себя, работать на благо любимого города. Благо у меня подобралась хорошая команда ребят, которые любят наш город, которые готовы своим профессионализмом и упорством сделать его лучше. Ровно за этим мы идем. У нас 5 лет очень насыщенной, серьезной работы. Нам главное никого не подвести. Многие из нас родились здесь, но я точно. Мне оставаться здесь, мне жить здесь и после мэрства, мне важно спокойно и не стыдясь смотреть людям в глаза. А это значит, надо работать точно не щадя себя и с большим усердием. Во Владивостоке мэра выбирают не жители города, а конкурсная комиссия из 8 человек. В нее входят 4 депутата Думы и столько же представителей от губернатора Приморья. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на 8.